Запрет на азартные игры для госслужащих и правоохранителей рассматривает рабочая группа Министерства туризма и спорта Казахстана. Соответствующую петицию подписали 50 тысяч человек, а значит, решение по ней необходимо принять в течение 40 дней. Вопрос обсудили инициаторы обращения, гражданские активисты, представители заинтересованных государственных органов и горного бизнеса. В ведомстве отметили, что работа по усилению контроля в этой сфере и профилактике лудомании уже началась.